И вот он снова снег, гололед, а значит, пришло время переобувать своих железных коней. Процесс для многих автолюбителей затяжной и неприятный. Еще труднее тем, кому пришло время покупать новую резину. Рынок автошин предлагает широкий спектр вариаций. Шипы или липучки? Пожалуй, самый распространенный спор среди автомобилистов. Шипованные шины, они имеют более жесткую структуру, естественно, сами шипы. Нешипованные шины, они более мягкие, вот, с более частой нарезкой. Шипованные шины больше предназначены для загородных трасс, вот, где могут возникать заносы, наледь и так далее. Нешипованные шины, они чаще больше подходят для города, именно для сухого асфальта, либо там даже для той же жижи, каши, мокрого снега. Даже если резина не использовалась, срок ее годности не более 5 лет. Дата изготовления всегда указывается на колесе. Многие, особенно неопытные водители, используют зимнюю резину на протяжении нескольких лет. Это, конечно, неправильно и может привести к печальным последствиям. Как показывает практика, максимальный срок службы зимней резины – 3 сезона. Ну а вообще, перед каждой установкой следует проверять ее состояние. Итак, новые или старые, каждый сезон шины надо менять. Осенью, когда среднесуточная температура не превышает 5-7 градусов тепла. Летняя резина в такую погоду твердеет и меньше держит сцепление с дорогой. Да и скользить по гололедице будете как фигурист на показательных выступлениях. Для установки зимних колес лучше выбрать сервис поприличнее, где есть подъемники и все необходимое оборудование. В таком месте времени это займет немного. Смена автомобиля летних шин на зимнюю где-то в районе 15-20 минут. Ну, в соответствии, если нет каких-то дополнительных работ, это ремонт шин, ремонт дисков, что мы тоже делаем. У нас здесь как таковой очереди нет. У нас существует запись. Можно всегда позвонить, записаться. Мы примем машину в то время, на которое удобно нашему клиенту. После того, как вы установили зимнюю резину, стоит позаботиться и о сохранности летней. Опытные водители знают, что колеса без дисков надо хранить вертикально составленными в ряд. Если же колеса с дисками, то их хранят сложными в стопку. Заботьтесь о своей резине, и тогда она прослужит вам дольше, а кроме того, сделает передвижение на автомобиле безопасным. Юлия Погосян, Владимир Андрианов, Елена Кошелева. Видное ТВ.